Привет, меня зовут Мирослава, и сегодня я вам буду показывать свой дом Monster High. В этом доме есть бар для Клео Даниль и комната для Клео Даниль. Начнем с бара. Вот это сама кукла Monster High. Я вам о ней уже рассказывала в прошлом видео, так что не будем о ней еще раз рассказывать. Клео Даниль сидит на таком розовом кресле. Это подходит под бар. У нее в баре из мебели есть часы. Так, еще у нее есть в баре такой столик. Вот такая перевернутая кружка. И вот такой его поверхность. Я взяла для того, чтобы была эта поверхность, большую крышку от банки и обвернула ее голубой тканью. И приклеила скотчем. Что есть на этом столике? Яблочки. Тарелочка. Так. Еще есть мед. Такие пирожные из Китти, вам, наверное, знакомы. Такое блюдечко. И еще два пирожные из Китти. Такое. Вот, еще у нее есть карта. На мрачный пляж. Как я делала стены. Я взяла лист А3 и его приклеила. Обрезала у него некоторые части вот здесь, чтобы было красивее и чтобы оно не занимало больше места. Я взяла его и разукрасила. И я вам обещала в прошлом видео рассказать о наклейках, которые я использовала для моего дома Monster High. Я взяла красный картон, вырезала его квадратиками и приклеила их фотографии. Вот. Дракулауру, Спектру, Оперетту, Эбби. Вот. И внизу еще и будет. Как я делала окно? Окно я сделала из картона и моей старой детской фаты. Я вырезала прямоугольник и порезала свою старую фату на такие тоненькие занавесочки. И вот так получилось. Также я сделала вторую стенку. Приклеила разноцветные картоны и на свободные места нарисовала шарики и написала имена. Забыла только Дьюса. Клоудин, Лагуна, Гуля, Эбби, Клео, Фрэнки, Дракулаура. Я их полные имена не стала писать, ну, потому что не вместилось бы. Дракулаура – это уже полное имя. Давайте я вам расскажу о таких кубиках. Ну, знаете, это на олимпиадах спортивных, я взяла, вырезала из желтой бумаги такие кубики и нарисовала маркером черным первое место, второе, третье, Monster High. И лестницу сделала из золотого картона, ну, я ее, конечно, приклеила, ну, это как и все в остальных домах игрушки. Вот. Давайте спустимся в комнату Клео. Здесь я также сделала стену, как я вам рассказывала о первой стене. Только я вырезала из золотой бумаги полоски. И где свободные места нарисовала голубым фломастером такие потеки, тоненькие ниточки.
Вот, у нее есть в комнате такой чемодан. Это, конечно, не такой, как все из Скарижа, но все равно. У нее есть лампа такая из Китти. Кресло такое. Она может на нем лежать и сидеть. Вот. Есть у нее такой листочек, где они по этому листочку делают все движения на своем как бы монстр-чемпионате и на своей репетиции. У нее есть в комнате гитара под Monster High. Такая похожая. У нее есть фен фиолетовый, магнитофон, чтобы она слушала музыку, цветок тоже из Китти, индийские украшения, ну хоть индийские, все равно. И такая пудра, чтобы, ну это как для красоты. Еще есть у меня вот такие наклейки, ну, чтобы на лоб, на щеки делать. Так. Еще у меня есть стульчик. Такой голубо-синий. Такая ванночка маленькая для ее питомцев. Такой альбом я о нем уже рассказывала, ну, еще раз расскажу о расческе. Ну, еще у нее голубая сумочка была, не буду о ней рассказывать. Вот такой мяч. И вот такое, как бы, трюмо для ее тоже питомцев. Вот. Я вам еще не показала ее стенку, да? Давайте на нее посмотрим, на другую стенку. Вот у нее такое же окно, как я вам рассказывала. Дом номер 13. У монстров у нас это плохое число, но у них, наверное, хорошее. Вот, здесь написано Клео Дэниэль, королева монстров. Ну, вот. И вот такие же фотографии. Диус, Клео, Зомби, Гуля, Фрэнки, Хайд, Гил, Лагуна, Клоудин Вульф. Я ее сняла и положила в такую папочку. Давайте я вам открою. Вот Клоудин Вульф. Клоудин Вульф. И Холин. И Рошель. Ну и вот эту девочку я забыла, как зовут. Это все, что было в моем доме Monster High. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и пишите комментарии. Пока, с вами была Мирослава.